В общем, могу сказать, что нормально, неплохо. Вышел в сложной ситуации, нужно было побеждать, мы проигрывали 1-0. Нужно было добывать 3 очка, добыли одно. Надеюсь, что в будущем будем только выигрывать. По первому впечатлению, то, что понравилось в твоих действиях, это то, как ты цепляешься за мяч. Можно ли сказать, что это твоя сильная сторона? I'm by far best with the ball, and sometimes my weakness is without the ball. Как все, в принципе, любят играть с мячом. Я могу сказать, что да, моя слабая сторона — это играть без мяча. Действительно, наверное, минут 10 мне понадобилось для того, чтобы раскачаться. А после этого уже пошло лучше, и я надеюсь, что в следующих играх буду доказывать только и прибавлять. Ожидал ли он такой жесткой игры со стороны Зыри? Before the game, some of the players told me that Да, перед игрой пару товарищей по команде сказали мне, что действительно команда плотная и достаточно жестко играет. Вот, но не только против меня, например, и против Вербича, который получал достаточно жесткие подкаты сзади. Вот, но я думаю, что всего лишь нужно с этим справиться, я это переживу. И всего лишь нужно привыкнуть к силовому аспекту украинского футбола. Гол Сергея Сидорчука с дальней дистанции, в принципе, у него был в конце матча. Еще один такой хороший дальний удар. Ну, этого оказалось мало, чтобы забить второй. Что нужно было сделать, чтобы забить второй? I think we should. Я считаю, что нужно, наверное, прибавить немножко в завершительной фазе, возможно, быть немножко более эгоистным, немножко брать больше на себя ответственность. Вот, но я уверен, что мы сейчас вернемся домой, проведем анализ и будем выигрывать на следующих играх. Сколько ему нужно времени для того, чтобы на все 100% себя ощутить в новой команде? Как быстро его закончится адаптация? Сказать, на физическом плане я полностью, в принципе, готов. Единственное, что да, я новенький в этой стране, в этой команде. Новый язык, все для меня новое. Мы провели вместе только 2 тренировки. Мне нужно многое доказывать, но я думаю, с этим справлюсь и в ближайшее время буду только прибавлять. I think it's getting better. I only have 2 trainings now, and I'm very hopeful for the future here.